Федерация кикбоксинга поддержала самого движения Владимира Путина на участие в выборах президента России. В региональном штабе общественной поддержки спортсмены поставили свои подписи в поддержку действующего лидера государства. Отношение всегда у Владимира Владимировича было хорошее. Олимпиады, все, что это сделано, все сделано для развития спорта. Инфраструктура всегда улучшается, с каждым годом строятся новые объекты. У нас в регионе, да и по всей стране. Спортсмены отмечают, по инициативе президента в стране реализована масса масштабных проектов по поддержке отрасли. Несмотря на его плотный график, он занимается спортом, сам спортсмен, и это очень радует и поддерживает дух боевой всей страны и спортсменов. Поэтому это очень хорошо, живой пример. Мы и сами занимаемся спортом, поэтому мы очень близки по духу с ним, поэтому еще и поэтому я и поддерживаю его. Я в спорте уже более 20 лет и видел становление спортивной карьеры. На собственном примере могу сказать, то, что спортивному развитию стало уделяться гораздо больше внимания и ресурсов. Это не может нас не радовать, как профессиональных спортсменов и в дальнейшем тренеров. Напомним, что Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта. Центральная избирательная комиссия приняла постановление, в соответствии с которым голосование продлится 3 дня – с 15 по 17 марта. На данный момент свыше 1 миллиона 300 тысяч подписей собрано по всей стране в поддержку самого движения Владимира Путина. Это в 4 с лишним раза превышает количество, необходимое для допуска к голосованию. Анна Тищенко, Улправда, ТВ.